Мою прабабушку звали Борох Александра Ивановна. Родилась она в Украине в 1924 году. Когда ей было 17 лет, немцы захватили село и забирали в плен юношей и девушек в лагеря, которые находились в Германии. Люди жили в лагерных бараках. Работали с рассвета под открытым небом. Работали по 12 часов в день с кратковременным перерывом на обед. Голод и загрязненная вода приводили к болезням. Люди умирали. Узники жили под охраной на территории, огороженной колючей проволокой. Мою прабабушку звали Александра, что означает «защитница». В честь ее назвали и меня. Дякуємо за перемогу.